классно. Да? Да? Все ровно. Короче, есть вопрос. Я вот уже 2 недели не пью почти, но почему-то все равно из-за жары выгляжу как маленький. Поэтому вот по утрам я похожа на гоблина, не то розовенький, то зелененький. Зеленым веселее. А второй? Ну что, гонки и съемки закончились, поэтому время чуть-чуть позаботиться о себе. Короче, как постоянный экспериментатор со своим лицом и телом, как вы могли заметить, и постоянно мне об этом пишете, очень хотела сделать ультраформер на мордаху, который типа там все подтянет, ведь тебе же уже 30, думаю я. Но врач-косметолог меня переубедил, сказал, что мне нужен не ультраформер, а кое-что другое. Это как человек, который вовремя не принимает витамины и ведет разгильдейский образ жизни. Короче, ладно, смотрите, сейчас вам все покажу. Да. Вот ну, такая вот разноплановая у нас с вами движуха во вторник. Поехала на дачу к тете, у нее сегодня день рождения. Празднуем всей семьей. Но я вот в базике. Я? И мой брат дебил. Так, у нас тут есть один придурок и второй не придурок. И, возможно, новые подушки, но выглядят они как-то слишком по-гоночному. Надо подумать. Происходит. Такая вот тут у нас тусовочка. Доброго вечера, господа.